Всем привет! Сейчас мы вовсю кушаем кабачки, но нужно сделать запас на зиму. Готовим сани летом. Маринуем кабачки. Нам понадобятся некрупные кабачки. Можете взять и крупные, конечно, но сейчас некрупные. Они такие мягкие, сочные. Крупные они будут осенью. Но для крупных тоже этот рецепт подойдет. Их просто нужно мельче и резать. Нарезаем кружочками где-то по 0,5 сантиметра. И укладываем их в стерилизованную банку. А сейчас готовим маринад. Возьмем где-то 0,5 пучка петрушки и порежем ее. Еще берем 1 лимон. Покатали, порезали пополам и выдавили из него сок. Сюда в этот же маринад выдавили 4 зубчика чеснока. Добавили 6 горошин душистого перца, 2 чайные ложечки лимонной кислоты, 1/2 столовой ложки соли и где-то 150 миллилитров растительного масла. Все перемешали. И сейчас заливаем кабачки вот этим маринадом. Ну, делим его, соответственно, у меня 2 баночки пополам. Закрываем стерилизованными крышечками и оставляем все спокойно в таком виде на пару часиков. Пусть кабачки впитают этот маринад, промаринуются хорошенько, а потом уже мы их будем стерилизовать. А сейчас кабачки нам нужно простерилизовать прямо в банках. Для этого мы в большую кастрюльку наливаем воды, укладываем хлопчатобумажное полотенце, на которое ставим баночки. Воды должно быть чуть меньше, чем баночка. И просто вот так вот накрываем крышечками. И стерилизуем мы таким образом около 20 минут. Когда кабачки отстояли ночь вверх тормашками, так скажем, мы их можем убрать в погреб или в холодильник на зиму. А зимой мы их откроем, достанем, попробуем. И я обязательно покажу вам, что из этого получилось. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч!